Значит, сегодня в Кировском районном суде города Казани начато рассмотрение уголовного дела по обвинению жительницы города Казани, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Значит, конкретнее она обвиняется в том, что причинила смерть по неосторожности своему годовалому ребенку. Точно возраст год и 2 месяца, не ошибаюсь. Значит, она купала в ванной двух своих несовершеннолетних детей, в том числе вот этого малолетнего ребенка. Не досмотрела, значит, допрошен потерпевший, также исследованы письменные доказательства уголовного дела. Ввиду неявки в собственном заседании свидетелей, оно отложено до их явки, соответственно, в собственном заседании, чтобы они были допрошены. Проверено ходатайство от стороны от потерпевшего, а также от судимой, от стороны защиты. Сторона государства меня возражала против удовлетворения данного ходатайства. Значит, было заявлено ходатайство о примирении сторон, однако судом данное ходатайство было отказано удовлетворить данное ходатайство. Судебное заседание будет продолжено? Да, данное уголовное дело будет рассмотрено по существу и данное, соответственно, судом оценка всем представленным суду доказательствам.